травы, чтобы это было. Ну да. Можно раз, головом пошибать. Ну ладно, все-таки он. Все-таки он. Ну, видишь, одну голову отпилили, мне новую расставить, нет? Ну там не две. А травка. Как это? А, все просто. То есть в кустах еще это делать, а чья машина рядом? Зрители собираются и собираются. Я первый раз вижу клубу, как это. Вижу дамский вариант пилы. Спичечку убрать можно. Это зачем? Ну, кстати, да. Здесь поставишь не единичку. Угу. Надо качать. Здесь поставить подсос. Сейчас можно сама завести. Просто дернуть. Курок это, чтобы она... Курок это потом уже, да, действие. То есть все стоит? Это... Все, ничего не надо уже. Ты расскажи, для чего ручки какие нужны? Чтобы первый раз завести, вот как раз идешь, подкачиваешь бензин в карбюратор, ставишь подсос, чтобы у тебя воздуха было больше. И здесь на единичку, соответственно. А сейчас ты убрал подсос? Сейчас я убрал подсос, потому что она уже завелась, все нормально. Да и все, можно заводить. Так. Так, когда заводишь, надо держать как? Вот этой рукой и дергать. Это аварийный стопор. Ты нажимаешь, когда вот так вот. Вся шина в любом... Как курок не будешь жать, вся шина не будет. От себя. Цепь не будет крутиться. На себя жмешь, ты его снимаешь, и у тебя уже цепь крутится. А теперь скажи, когда, то есть она должна крутиться всегда или только когда ты пилить начинаешь? Да, только пилить начинаешь. Так, есть... газовый подаешь, походу. Ага. Ну, да. Держать, да? Да, и дергаешь. А вот это что? Это не дубляж курка, без него курок не нажмется. Так, то есть не надо на него нажимать. Нет. Ну так, ловко одним движением. Она вырывается из руки. Живая. Продолжаем. Нифига. Давай, роняй. Резким сильным движением. Раз. Я не привыкла ронять, слушай. Так бесит так, значит. Да, надо психануть, она заведет. Она у меня в сторону почему-то тянет. А правой рукой нельзя? Ну, это какой удобный. Подожди, вот так вот. Ну, это как удобно. А, нет. Что-то это... У меня нажимаются на курки. Можешь поставить ее на землю. Упереть ее рукой и дернуть вверх. Тоже вариант. Вот так, да. Сначала верхний нажимает. Волосы аккуратно. Мотаться на шину. Быстрее было. Ну, давить надо. А, то есть ее еще сама не пилили. И не надо вот так вот это самое пилить. Да. Здесь блинчик. Можно блинчиков напилить, да? Да, блинчиков напилить. А где тот первый? Он улетел в кусты. Слушай, а почему у нас здесь упора нет этого зубчатого снизу? Потому что это сучкорез. Ему не положено. Он не предполагает, что ты идешь что-то большой ствол пилить. Угу. Хотя ну, я говорю, это пилой, я пилил ивы сантиметров 50 диаметра. Как бобер кусочками, а? Не, по кругу просто. Там сколько шина идет, по кругу погрызаешь, а дальше она уже как бы там остается середина. Рыхлая, которая качнула, она упала. Как-то так.
Эхо, по-моему, еще чуть полегче даже будет. А ей торцом пилить можно, вот, например, вот здесь кружочек? Ну, как бы можно, но опять же, торцом это можно. Выгрызить. Идет износ шины и прочее там всякие. Идет крепко. Вообще у пилотов, например, для этого есть такие специальные даже сети, которые не так рискуют, короче. Вещи выгрызать, мне кажется, фрезером ручным проще намного. Это фреза, которая выгрызает как раз все эти полости. Он электрический, он маленький совсем, его можно. Вот же он. Типа Сашкиного этого бурмашинки, только чуть-чуть побольше. Его можно посадить, кстати. Можно, его можно все посадить. Смотрите, если ее спилить, будет бублик с дырками. Че, садово-парковый что ли? Ниндзя. Получается вот такая вот. Такая вот. Такая вот. С дыркой. С дыркой. Немножко погрызли. Это окра из «Властелина колец». Так это кроме цвела носки, это живут мышам там всяким, да? Так они их грузят потом в целый прицеп и везут мышам. На помойку. Нет, мышам. А когда у мышей уже груда, тогда приходится на помойку. Интересно, почему у меня не получается? Немножко опыта. Опыта. У Коли же опыта больше. Она там силы, чтобы она под собственным весом по инерции ронялась туда, смотри. Она тяжелая, правой рукой роняешь, а левой дергаешь. Чтобы она не завалилась, смотри. Вот ее кидаешь. Вот она, под собственным весом. Чтобы она не завалилась. Ты, Ник, ты дергаешь левой рукой рычаг, а Коля правой рукой роняет пилу. Она вес свой имеет, ты ей просто вниз помогаешь идти. А ты включил, чтобы завозилась? Целый документал тоже вышел. Просто со станции на этот звук еще не видел. Это реклама Штиля. Вот у меня она заливает и не включает. А сделай так еще раз. Маме. Вот так? Да. Сейчас погодим. Там просто. Там фон просто замечательный такой. Вместе навсегда, крепкий союз. Два сердца. В деревянном стиле, да. А, все, она. Ну ты заведи, ладно. Че нет-то? А ее только поставь. Ее снова заводить. Ну да, роняешь так вот. Ты ее только выключай. Да не надо, она выключена. И фото, и видео. А звук такой я мотоцикл не хочу, но... На чужой так приземлиться. Ну что, мой блинчик. Напилились. Да. У меня мыши есть. Будешь делать им красиво? У меня есть 4 мышки. Если их не съедят водонос. Нет, у меня живых есть. Морозилки меня побоят. Все, давай, давай, чего там? Что там, картинки Колю показывают. С пилой. Антиозеленитель. Реклама.
И зоопарковский. Зоопарков нет, так дыма нигде. Милу показывают, такой солнечный, улыбающийся. Женщина, которая делает сварку. Варит. Женщина делает сварку. Это что? Это какое-то... Это даже неприлично звучит. Сделай мне сварку. Варит коряги. Что для сварка? Нам надо будет это... Не просто сварку, а женщина, которая варит коряги. Красиво. И коряги варит, да. А так с кулинарией мне не очень. Есть люблю. Нет, но человек, который может сварить металл, я думаю, что там наоборот. Только маленькие куски могу, я большие, мне не хватает сил гнуть. Это же всякие, можно всякие звенелки делать там, да, всякие из металла, звенелки, там, висюльки. Звенелки, висюльки, это нужно хороший навык. Да, а у меня навык умерен. Мне скоро надо будет варить вольер, и я теперь знаю, кого к себе вести. Высокохудожественный вольер. Зоопарк объединяет. Отдельный документал, да, женщины варят. А, кстати, а курсы по варке металла? А я хочу для повышения квалификации сходить. Нет, я имела в виду самой там. Закончить. А сварщик? Я хочу варить металл. А вот сварщик идет. Сварщик? О, кстати, он классно варит борщи. Крепко, надежно. Что? Борщи. Борщи, желательно не отходить из кастрюли. Да, получится. Борщи с варочным аппаратом. Не знаю, я как-то тоже варила один раз борщ, у меня получилась каша. Больше не варила борщ. А ты как, поставила и ушла? Нет, я рядом борщ стояла. А, и смотрела. У меня просто как это комплекс, что будет жиденько, и я туда все резала, потом мой картошку лишнее надо порезать. Ой, сейчас капуста остается. Понятно, надо. Знакомый. Да, да. Потом половли кто втекаешь, бьешь его. Да, да. С хлюпом дадем. Просто добавь воды. Получается некрасиво, все время блендер пускай, получается красивый суптура. Вот, суптура клёвая. Тема, кстати, да. Вообще, хорошо, абсолютно. Логично. Любое неудачное блюдо легко. И жевать не надо, опять же. Выпил сейчас соломинку. В принципе, так, у нас еще... Как нарезано, я подольше поварил. У нас все? Да. Сейчас Света придет, да? Да. Ну, она может позвонить. Хотя коктейльчик уже сварился. Да, надо проверить, что там, где там. А он еще прохладненький, догрел? Кстати. Нет, ничего. Да ладно, ничего. Смотри, мороженое. Его можно есть. Ешь. Ложкой можно в рот. Пить. Нет, пить еще нельзя. Да, нет. Я буду держи. Снимать, как ты будешь пить мороженое. Я буду его есть ложкой. Там кусочками берется. С капота Форда. Да. Реклама, продукт плейсмент. Вообще. Подогреет вам любую мороженку. Вы уйдете с горячим мороженым. Не, ну горячее грузинское мороженое. Перчик давай туда. Перчик? О, перчик, давай. Значит, макать туда перчик и... Облизывать перчик с мороженым. Я пока опускалась только до макания картошки. Я, пожалуй, уступлю это вам. Я думаю, что для этого должен быть Андрей. Макать перчик в мороженое, облизывать его... Ну, блин, надо позвонить своей, где Андрей. Мы без тебя не можем. А ты в голове моей опилки. В зоопарке это нормально. Это самое сделать, вернее, действительно. Перчик накрошить в мороженое, ты обижайте, заморозить. А ты добрый. Это для этих. Я думаю, надо... Для особых гостей. Похмельное такое. Слушай, если в магазин прийти пилу покупать, может, там еще ништяков надают, там в виде цепей сменных. Смотря где. А где? Я думаю, что если я приду в магазин пилу покупать, мне что-нибудь не то продадут. Да, наоборот. Ну ты приди и скажи, мне нужна вот именно вот эта пила. Ну такая цепь. Вот такая цепь. А еще кто-то обещал катануть с ветерком. Ну вот это? Она там. Кайман такой. А, на том, да. А тут Феррари. Тут Феррари. Да, настоящий. Ух ты, что, реально Феррари? Реально Феррари. Прокатите меня на Феррари. Это
времени надо много, чтобы выехать. Ну, потом как-нибудь. Нет, максимальная скорость 5 км в час. Ты можешь посидеть буквально по руку, за руку. У Феррари 5 км в час. Да. Я пешком обгоню. Да. Мы гоняем только на Феррари. Команда для работы, а Феррари это спонтом прокатиться к зоопарку. Чтобы все оценили мощь двигла, так, эти трубы. Я положу свои блинчики, а ты меня... Ha ha ha!